Всем привет! С вами Крошик Дэй Гейм. И сегодня мы будем на американских горках! Это крутецкие американские горки, которые нас удивят. Надеемся. Да, мне во всяком случае говорили за них и говорили, что ты получишь массу впечатлений и пройдешь сногсшибательные приключения. Давай, ну что, поехали, смотрим. Давай посмотрим, правда ли это. О, смотри, уже кто-то покатался на этих горках, да? Да. Так. Ой, мы назад едем. Назад едем? Так, опа, смотри. О, мы вагончик толкаем, смотри, уже кто-то был перед нами. Ну почему пассажиров нет? Неужели тут что-то... Ой, да, я не хочу даже думать об этом. Так, прыгаем в вагончик. Без нас. Вау, без нас. Смотри, он сам двигается. Мы сошли с рельс, давай. Смотри, это лава, Арина. А вот, а это вода. Да, давай. Напоминает игру Tomb Raider, восхитительница гробниц. Смотри, вот. Я не знаю. Ну, есть такая игра, вот. Похоже что-то. А что там за портал? Не знаю, может... Смотри, там железная дорога. Это мы точно попадем в этот портал. Так, наверное. Это, вот, смотри, животное у нас под нами. Белый медведь. Давай. Ой, не подходи, он нас точно... Ой. Он я точно нас лапой ударит, мы упадем и загрызет, да? Я случайно ему голову ходила. Ничего, давай смотрим дальше, куда нас приведет. Похоже, эта тележка. Что... Да, похоже, куда же туннель. Американские горки нас приведут. Да. Туннель. Реально прикольно, смотри, мы входим как в гору, да, Рит? Да. Ой, смотрите, как страшно там. Да, кто-то там большое что-то выглядывает на нас. Это ведьма, точно это ведьма, Арина. А поверни направо, что-то, что за стеклом, смотри. Паук. А здесь что, волки? А здесь ничего нет. Ведьма, смотри, а вот какие-то рыбки. Да, а вот, смотри, какой огненный голем или что это. Ой, это аксолотл. О, портал, смотри, Арина, портал из лавы. И мы спускаемся прям в телепорт. Воу! Смотри, мы в другом мире. Мы прошли этот этап. Все, железная дорога дальше не идет. Да. С вами был Крошик Дэй Гейм. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!